нашем лечебном учреждении существует уже многолетняя практика, когда ветеранов, участников, инвалидов Отечественной войны в день, в преддверии праздника, мы поздравляем, при этом поздравляем не просто словами, а посещаем пациентов и на дому, тем более для тех пациентов, которые не могут прийти по состоянию здоровья в лечебное учреждение, осуществляются на дому те или иные диагностические мероприятия. Взятие крови для биохимического исследования, электрокардиограмма, запись, ну и, естественно, осмотр специалистов по профилю, а осмотр терапевта является обязательным. Практика показывает, что это всегда воспринимается очень позитивно нашими пациентами, ветеранами, и придает им, так сказать, бодрость. Благодарность Шаповалову Дмитрию Александровичу за то, как он организовывает работу и заботу о нас, пенсионерах. Я сейчас хочу сказать от имени всех пенсионеров, потому что знаю тех, кто остался, поддерживаем мы связь с ними, и все и всегда благодарны. Я хотел бы пожелать нашим ветеранам здоровья, бодрости, оптимизма, хорошего настроения. А мы, медицинские работники, как и ранее, будем прилагать все усилия для того, чтобы это здоровье сохранить и укрепить.